Мене звати Котляренко Олена Пилипівна. Звідки? Я приїхала з Харкова. Не зразу в Ужгород потрапила. Я спочатку зразу... Це страшно вспоминати. Перші години, бо це було... Около 5 часов. Где-то в 4:40, наверное, вот так вот. Я услышала гром. Я еще не проснулась, но услышала гром. И я во сне подумала, гроза, дождь, гроза. Ну, не знаю, во сне так получилось. Гроза. А тут подбегает ко мне дочка. Подбегает дочка, она уже проснулась. Говорит, мама, вставай. И показывает мне телефон. На телефоне уже пришли известия. Мы живем на Салтовке, это район, который стали обстреливать раньше всего. А внучка жила чуть ближе к Северной Салтовке. И они проснулись еще раньше и уже на телефон сняли вот эти вот, как летели эти, ну, ракеты, я знаю, что они, чем там они бомбили. Вот мне дочка подходит и на телефоне показывает мне уже соснятые вот эти вот, как громили нашу Северную Салтовку. И сразу сказали, чтобы вывести внучку. Вопрос стал о внучке, а моя правнучка. И мы буквально в течение 1,5-2 часов мы собрались, и уехала я с правнучкой, уехала за город. Там мы прыли, ну, где-то там дальние родственники, где-то 40-50 километров от Харькова. Когда мы ехали из Харькова, уже было светло, уже машин, конечно, было. Но так, надо сказать... шли в один ряд. Была трасса большая, два ряда, и встречный ряд не был занят. Никто никого не обгонял, ехали спокойно, но машин, конечно, было очень много. Мы, значит, побыли с внучкой в деревне до 5 марта, а потом зять мой забрал свою мать, громили Харьков, громили, забрал свою маму, приехал маму и дочку, и приехал в деревню и внучку. Забрал свое самое дорогое. Маму, дочку и внучку. И они уехали в Германию. Собственно, в Германию попала дочка с внучкой, внучка с правнучкой. А потом уже, там уже разными путями кто-то ехал. Дочка вернулась. Дочка попала в Венгрию с деревни. С Венгрии туда, в Венгрию, приехала и внучка с правнучкой. И, значит, осень подходила, надо правнучке в школу. Сняли уже здесь, в Ужгороде, квартиру. Забрали меня под Харькова. И уже здесь все вместе съехались, и живем мы теперь здесь, в Ужгороде. В Ульку попала я, есть такая вот совиное гнездо. Я зашла в совиное гнездо, поскольку мы пришли, у нас ничего, ну, так вот что-то взяли на себя, а одеяло, постельное, у нас ничего не было. Ну, в поезде что мы можем увезти? Я зашла в совиное гнездо, и мне дали одеяло. Ковое одеяло. Одеяло и какое-то пододеяльник. Я вышла с этим одеялом и пододеяльником. А тут девочки, клоуны, девочки откуда-то из Харькова. Ну, они играли клоунов, но они вроде по больницам как бы помогают, проводят какую-то такую работу. А началась воздушная тревога. Я не слышала. Мы здесь делать ничего не будем. Мы будем идти домой. Куда вас провести? Они взяли этот мешок, был большой. Вот, стали меня помогать нести. Я говорю, а где здесь химчистка? Мне же надо это одеяло постирать. Они нашли, что здесь есть стирка. Химчистка очень дорогая. Стирка, булька. Ну вот они по этому, по телефону нашли, как сюда. Привели меня сюда. И тут мы уже издали в стирку это белье. Ну вот познакомились с девочками, спасибо, они и стирают то, что нам нужно, и приветливые. Вот так. Вообще весь Ужгород приветливый, очень хороший.